Я доктор біологічних наук, член комісії Червоної книги України, начальник відділу еволюційних генетичних основ систематики Інституту зоології Шмальгаузена Національної академії наук України. Межерін Сергій Віталійович, будь ласка. Спасибо за внимание. Я хотел бы представить мнение комиссии и о причинах, которые побудили ученых проголосовать три четверти за внесение лося в Красную книгу. Значит, согласно закону о Красной книге, основаниями для внесения лося в Красную, вообще любого вида животных или растений в Красную книгу, являются достоверные данные по численности, ее динамике, распространению видов и особенностей среды обитания, которые сложились на данный момент на территории Украины, благоприятные или неблагоприятные для существования видов. Что касается численности, значит, согласно официальным данным, за последние три, еще обычно считается от трех генераций, три жизненных цикла должно произойти изменение, поскольку лось созревает, она доходит до своего, так сказать, наивысшего физиологического состояния в 9 лет. Это значит, надо оперировать 27-летним периодом. За это время, даже если брать официальные данные по 6-6,5 тысяч, сейчас в 2017 году численность даже по официальным данным снизилась, мы имеем 2,5-3-кратное понижение численности лося. Как об этом, что это значит, много это или мало? Ну, во-первых, много или мало определяют ученые на национальной комиссии путем голосования. Они считают, что такое много и что такое мало. У нас было демократическое обсуждение, одни считали, что этого недостаточно, другие сказали, что это очень достаточно. И согласно этих мнений было проведено тайное голосование. Но есть, скажем, если возьмем Красная книга МСОП, это Международный союз охраны природы, там, в общем-то, в отличие от закона о Красной книге, там есть четкие цифровые данные, которые позволяют говорить все-таки, насколько должен сократиться численность вида для того, чтобы носить его в Красную книгу. Так, согласно критериям, рекомендациям МСОП, падение устойчивой численности в 2-3 раза, при том, что фактор, приведший к понижению численности, в данном случае истребление браконьерства, вполне достаточный для того, чтобы вносить вид под категорией в разлывы, в данном случае, то есть уязвимый на русском, в английском другое там слово, я не буду сейчас, vulnerable используется термин, Красную книгу. Значит, вот это, даже исходя из таких наиболее неблагоприятных для ученых оценок, которыми являются официальные оценки, мы имели все основания для введения лося в Красную книгу. Что касается реальной численности этого вида, который мы имеем как ученые. Значит, хочу сказать, что по имеющимся, значит, следует сказать, что ученые Института зоологии постоянно проводят исследования этого вида. У нас есть лаборатория охотничьих промысловых животных, есть бюджетные тематики по этому поводу. Мы все время мониторим и держим пульс, руку на пульсе по ситуации с лосем. Для этого мы обращаемся к лучшим специалистам, лучших заповедников, которые проводят обязательно такие подсчеты. В частности, мы работаем, сотрудничаем с национальным парком Припять-Стохид, с Ровненским заповедником. И мы имеем хорошие данные от этих регионов. Надо сказать, что вот лет 15-20 назад практически любая экскурсия, любой выезд в Киевскую область, лесную зону сопровождался встречей с лосем. Если это были более места высокой концентрации, то встреч бывало до 10. В настоящее время раз в году встречается в этих местах лось. По данным охотникам, которым мы можем вполне доверять, в Черниговской области в 90-е годы за один день промысловики, я хочу подчеркнуть, промысловики, лось был единственный вид, который промышляли особи на 1000 гектаров. Что это, много это или мало? Значит, ну, минимальная плотность популяции лося, популяции, я подчеркиваю, а не отдельных особей, которые забредают, составляет 1,5 особи на 1000 гектаров. Ну, вот если мы будем сравнивать, например, с соседними белорусскими областями, ну, например, по Гомельской области, какова же там плотность популяции лося? 2,5 особи на 1000 гектаров. В Чернобыльской зоне, по нашим данным, 175 лосей
это составляет 0,5 особей, то есть в 5 раз ниже.